Сегодня я покажу вам бросок через спину. Для проведения броска через спину мне нужно взять два захвата. Желательно, чтобы этот захват был под ухом, вот, в районе ключицы. Я беру за отворот и сжимаю кулак так, чтобы ему уже было дискомфортно в этом положении находиться. Вот. Захват за рукав беру в районе локтя, вот, за курточку. Вот. Я взял два захвата, чтобы мне хорошо подвернуться и мой бросок получился, нужно вывести своего партнера из равновесия, чтобы стоечку он принял фронтальную, и желательно, чтобы у него между ног сохранялась ширина плеч, может быть и шире. Вот. Взял захватик, вывел из равновесия своего оппонента и делаю подход. Подход делаю так, что руку тяну как можно выше своей второй рукой, которая у меня на отвороте, я подбиваю подмышкой его. Сам в этот момент немножко подседаю вниз. Оп. Моя нога правая идет к его правой ноге и уже на половину разворачивается. Вот. Развернулся. Желательно, чтобы мой носок той ноги, которую я делаю под шаг, смотрел в ту же сторону, что и его нога. Оп. Подседаю так, чтобы мой центр тяжести был ниже его. И делаю подшаг своей левой ноги к его левой ноге. Я выбиваю своего оппонента вверх, выпрямляя при этом ноги. Руки всегда тянут вперед. Самая распространенная ошибка в броске через спину – это выведение, не выведение своего партнера из равновесия. То есть руки, когда у вас остались сзади. В этом случае плотность между тем, кто выполняет бросок, и кому выполняет, очень маленькая, и бросок не получится. Я здесь могу сделать небольшое движение, подсесть на ногах, тем самым подломаю спину своего оппонента, и бросок у него не получится. Вторая распространенная ошибка в броске через спину – это когда вы выполняете и таз перекручиваете, то есть заходите слишком далеко. В этом случае мне достаточно сделать шаг вперед и разорвать захват. Третья ошибка, которую допускает в броске через спину – это когда при подвороте ваша нога шагает за ногу вашего партнера, то есть не вовнутрь, а наружу. В этом случае мне достаточно сделать подсед, и вся конструкция броска разрушается. Мы с моим оппонентом стоим в борцовской стойке, я увожу его из равновесия, дергаю руками на себя и завожу его за спину, тем самым я ставлю его в фронтальную стойку и здесь делаю подворот. Также этот бросок я могу сделать вторым движением. То есть первым движением я показываю ему подсечку под переднюю ногу, он ее отставляет назад, и здесь я выполняю движение. Спасибо всем за внимание. С вами был Алексей Иванов. Подписывайтесь на канал Blood and Sweat. Занимайтесь спортом. Приходите в бойцовский клуб «Патриот».Объясняй, кто будет.